Всем здорово, с вами как всегда я Сейзен. В этом видеоролике рулетка будет выбирать мне оружие, с которым я буду играть на дуэли и пытаться желательно выиграть. А еще перед началом данного видеоролика хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Вам не сложно, мне приятно. Ну и я думаю, уже пора начинать свой челлендж. Вот я уже и зашел в колесо фортуны, или же как я это называю, рулетка. И поехали, она выбирает нам первое оружие, с которым мы будем играть в дуэли. И выпадают топоры, серьезно? И как я с помощью них буду выигрывать? Я уже создал сервер и выбрал топоры. О, уже кто-то зашел. Какой-то чел, у которого ник кролика, у него скин свиньи. Ну и конечно, и тренды пошли. Я, пожалуй, пойду через этот туннель. Я, конечно, не знаю, куда он ведет, так как я впервые решил по нему пройти, он и... А что это за комната? Впервые ее вижу, конечно. Так, и еще один новый туннель, куда же он ведет? Что-то тут знакомое место какое-то. Серьезно, сюда я только зря время потратил, капец. А, нет, нифига не зря. Здравствуйте, это до свидания. Я капец как испугался. Так, вот я и заспавнился, и он тоже заспавнился, он на своем спавне там сидит. Я тогда сейчас пойду проверю, где он находится. Вот я уже и пришел, и давайте чекать. А, с топорами это не видно, тогда я сейчас возьму другое оружие, и он же на подходе! Я не знаю, как он меня не заметил, ну тогда сейчас мы его кокнем быстренько. Опа, здорово, туда бота, и следующий раунд. В этом раунде я собираюсь пойти просто на пролом, если его тут нету. Ну, вроде тут пустует улица, но мне все равно что-то страшно, поэтому я лучше пойду так. Я снова передумал и пришел сюда. И он тут, здрасте, здрасте, я не знаю. Он меня заметил, что делать, что делать. Я лучше сделаю обманный маневр, типа я пошел сюда, потом я развернусь и пойду обратно. И туда его! Четвертый раунд, поехали. Он что, тоже топоры выбрал? Так, сейчас проверю. А, да, он тоже с топорами сейчас, когда будет честный раунд и... Ну, ладно. Какой-то новичок против меня в дуэли играет, я заметил. Но это мне только в плюс, конечно же. Как я вижу, тут как-то улица пустует, поэтому я лучше пойду на его базу. Слушайте, а вдруг он на своем спавне сидит и меня кемперит? Давайте проверим. А хотя, стоп, там же белый экран, как я проверю? Ага. Ладно, он тут все время был, до свидания. Опа, на, его в 5-0 размотал. Так, второе колесо фортуны, поехали. Надеюсь, мне выпадет что-то нормальное и не похожее на топоры или ножи какие-нибудь. И мне выпадает... Начальный дробовик, это еще хуже топоров. Как такое могло выпасть? Ладно, тогда сейчас создам сервер, название Typhoon Sus и карта Base 01. Так, тогда сейчас быстренько дробаш выбрал и пойду наружу. И буду ждать, пока кто-нибудь зайдет на сервер. Я уже как 2 минуты жду, когда кто-нибудь зайдет, но никто не заходит, поэтому я лучше пойду и заминирую гараж. Хе-хе-хе. Первую мину я, пожалуй, поставлю здесь и закопаю. Вторую мину здесь, третью и четвертую здесь. И пятую, конечно. Ну, в принципе, еще маленьких мин тут пораставляю по приколу, надеюсь, он попадется. Наконец-то хоть кто-нибудь зашел, ё-моё. А, собственно говоря, где взрыв? Я же там дофигища мин понаставил, да, ё-моё. Откуда джетпак? И он же только вышел, как он... Что? Я тогда сейчас тоже джетпак подберу, чтобы все честно было. А, он забагался, ладно. А, он просто ливнул. Мда, ладно, все равно это засчитывается. Ну и финальное колесо фортуны. Надеюсь, мне выпадет под конец хотя бы что-то хорошее. И мне выпадает. А, я не понимаю, что мне выпадает. И мне выпадает. Лазерная винтовка! Капец, мне повезло. Спустя столько времени, наконец-то, ё-моё. Я уже зашел на новый сервер, и наконец-то эта лазерка мне доступна. Сейчас быстренько себе прицел настрою, отлично. Теперь прицел у меня есть. А еще надо выбираться отсюда. На всякий пожарный тут батутиков понаставлю по приколу, почему бы и нет. Я еще лестницу поставлю, я не знаю зачем, просто захотелось. А, что? А где? Ладно, тогда так буду, в чем проблема? Ладно. Так, а где я? А, вот джетпак. Это все искупает. Я думал, я на другом конце карты заспавнюсь, поэтому там и трамплины. О, здрасте, до свидания. Ну давайте тогда тут трамплинов понаставим. Поехали. О, здрасте, враг. Блин, я промазал, тогда сейчас попаду. Отлично. Изич. Снова новый раунд. И в первые же секунды появился враг на глазах. Ладно. Я сейчас, конечно же, знаю, что он сейчас перед глазами появится, этот враг. Но, ну, ожидаемо. Челлендж выполнен. В общем-то, да, уже конец ролика. Хотя нет, не конец, забыл вам порекомендовать свой телеграм-канал. Подписывайтесь, ссылка в закрепленном комментарии. Ну а теперь уже реально конец. Всем спасибо за просмотр, до нового видеоролика. Ну и всем пока.